Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе. Ну вот и еще один рабочий день в моем любимом зоопарке. Сегодня у меня куча дел. Нужно навести порядок, следить за животными, чтобы они были довольны и счастливы. И каждый человек, который придет в наш любимый зоопарк, получил удовольствие и кайф от общения с нашими животными. А у нас их очень много. У нас есть даже редкие животные, которые находятся в красной книге. Поэтому за моим зоопарком нужно следить глаз да глаз. Сегодня мне нужно почистить улицы от мусора, спасти ребенка от обезьяны, прокатиться на паровозике рядом со слонами, погулять с верблюдом, да еще и покормить бананами обезьян. Вот это у меня сегодня куча заданий. А кто еще и гранаты разбросал у меня здесь, я не понял, в моем зоопарке? Домовую гранату! Обезьяны сбежали с вольера! Сос! Вы что, разбросали гранаты, что ли? Это наши гранаты. Обезьяна Фоня! Обезьяна Егорыч! А ну бегом! Вольер свой! Зашли быстро! Мы тебя не слушаемся, ты человек! Бегом, это вольер! Гранаты. Бегом! Бегом обратно в вольер, я сказал! Ребята, ну вы посмотрите! Я их сейчас этим электрошоком! Я буду прятаться! Я буду прятаться! Ай, дурацкие обезьяны! Ну что ж, ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Овер, Фауни и Горыч, и добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием Зоокипер Симулятор! Дорогие друзья! Всем хоу, ребята! Ну что ж, друзья, сегодня мы поиграем в интересный симулятор. Я смотритель зоопарка, а парни обезьяны. Парни реально животные. Они будут сегодня мне мешать выполнять задания. Я должен успеть выполнить все задания до того, как меня убьют эти обезьяны. Если они меня уничтожат, тогда я проиграл. А если я успею выполнить все задания, тогда я побеждаю. Ну что, парни, желаю вам удачи. Что тут обезьяна с гранатой ходишь? Ты знаешь, что это, да? Давай, пока. Обезьяна, это очень опасно. Я собираю мусор. Не мешайте собирать мусорок, ребята. Не мешайте собирать мусорок. Тебя забрать не забудь, мусор. Аля-ля-ля-ля-ля. Обезьяна суета. Сикю-сикю-сикю. Эви тайм. Ты че меня до слонов закинул? Они меня сейчас сожрут, броу. Ой, не надо. А у слонов есть говно, иди сюда. Я только не какашки, я же их убирал, блин. Закидывай, закидывай. Нет, убери говно. Не надо, вот тут у нас, ребят, акулы. Здесь рыбки Немо, надо покормить акул еще, это дополнительное задание. На, пожри акул. Фу. Ты в какашках. Летит говно. Мимо головы. Чего ты, блин, натворил, больной? Слышь, Егорыч, у тебя барометр зашкаливает, бро. Все. Так, все, давай, не говори ничего. Егорыч, пошли займемся тем ребенком, которого мы стащили. Давай, блин, давай. Точно! Эти обезьяны украли ребенка! Надо спасти ребеночка! Сейчас пойду и мы спасу. Мы сейчас его в Маугли превратим. Какого да, Маугли? Да, мы его превратим в Маугли, он больше не будет. Он будет обезьяной. Вы сами Маугли! Ребят, ну что вы творят, эти обезьяны? Вы посмотрите. Сделаем из него обезьяну. Парни, я всегда знал, что быть обезьянами — это ваше призвание. Я прям чувствовал. Вот как знал, мужики, вот реально. Ну да, да, я не спорю. Вы и есть обезы, самые настоящие. Так, сейчас, всё, ребят. Не отдавай ему ребенка. Надо спасти ребенка. Там пингвины. Вот мы не могли быть пингвинами добрыми. Нет, надо быть злыми обезьянами. Не, пингвины тоже злые. Пингвины добрые. Ну что вы там сделали, а? Он его выпнул. Кто? Миру. Пожалуйста. Леди, я спасу вашего ребенка, леди. Милая дама, я спасу вашего ребенка, не бойтесь. Полежите пока здесь. Куда вы дели ребенка, блин? Он что, здесь, что ли, уже? Он пришел его. Леша! Ребенок! А вон его папа стоит, он вас сейчас побьет, его батя. Ой, вон он маленький. А ну отошли! Отошли! От ребенка отошли! Ребеночек! Как мне его спасти? Он не спасается! Он из-за вас не спасется больше! Его больше не спасти. Ну, а подожди, реально, не трогай. Не надо его, он Маугли, все. А все. Маугли, все. Его больше. А его реально больше не спасти, парни. Куда ты его понёс? Куда ты бежишь? Мистер, это ваш ребенок! Мистер! Верни! Соберите его! Ну все, спас! Не трогайте пацана больше!
Не трогайте пацана! Пацан, беги! Беги отсюда! Да беги уже, братан! Беги, беги! Бро, ты теперь с улицы! Все вокруг враги! Запомни, ты теперь с обезьянами, а вокруг чушпаны! Ты теперь с улицы! Он точно с улицы теперь! Да беги! Чушпан, беги отсюда! Да мы сейчас тебя обработаем! Ты кто? Ты не местный! Да куда ты пошел? Ой, он ребята. Теперь наш, он наш, он с улицы. Ладно, враги. Бедный пацан. Слушай его. Ой, теле-теле, теста, пацаны, невеста. Так, а мне нужно прокатиться рядом со слонами. Это не здесь, а на паровозике, а ну? Не понял, ему нельзя это сделать, Егор. Подождите, бежим туда. А я что-то катаюсь, я не знаю, я рядом с этим прокатился, и ничего. Куда ты бежишь? А я просто прокатился. А что, никуда ты не прокатишься? Слышь, не надо. Слышь, не трогай. Надо. Выходи из машины. Егорыч вышел. Егорыч, не трогай. Там вот твой брат сидит. Батя твой. Это твой батя? Реально. Одно лицо, братва. Я очень рад, что у вас получилось воспитать такого сына. Мы его упустили. Да, я ухожу от вас. Не доходите. Ребят, ну нормально едем, а? Ну убери свою жопу отсюда. На, занюхни. Убери вонючую задницу. Смотри, 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 я на нем. Андрей тоже висит там, дуралей. Уйдите, обезьяны. Ну что, кто эти электрошокеры еще дал вообще? И он, еще и тут, еще и это, верблюды. А мне надо к ним или к настоящим? Я не знаю, тут кстати, кажется, парни, наверное, мне надо было прокатиться на настоящем паровозике, а не вот на этом. Это паровозик. Это не паровозик. Это вообще не паровозик. Это американские горки. Я тебе сейчас сюрприз на выходе сделаю. Сюрприз? Давай, приготовься. Покатился там, Егорыч, покатился. Ты за говном пошел? Не дай бог какашки, Егорыч. Не дай бог. Какашки, о, кстати, у нас же здесь еще вольер с обезьянами. Мне надо покормить их бананом. Что ты там сделал? Не, нас может покормить. Давайте я вас бананами покормлю, хотите? Ну ты круг уже сделал, что там? Ну, парни, я вот тут уже проезжаю второй раз. А что тут чел? Что тут чел делает? Я не знаю, выведите его. Так, ладно, это не то. Пойдем бананы кушать, парни. Реально, без прикола. А на верблюде прокатиться можно вообще? Я прокачусь, парни, я вам дам верблюда сейчас. Ой, это бананы, хотите? Давай. Ну, реально, парни, а вкусные. Ты давай, давай, только мусор не забирай. Держи. Давай. Раз. А, вам не засчитывают, что ли? Нет, нам... Ну, давайте ваших братьев накормим всех. А, да. А что там в вольере для обезьян делают слон? Да мы туда его закинули. Как вы закинули? А как вы вообще сбежали? Я что-то не понял. Ну мы вот дали. Перепрыгнули забор. Надо забор, друзья, построить новый. 3 метра над уровнем. Чё ты слона убил? Ты опрокинул слона, Егорыч. Чё ты тут бананы раскидываешь? Эй, на чё мой банан забрал? Это мой банан. Пойду отдам твоему корешу. На. Да ему всё, и так ты его накормил уже. Покормил всех бибизян, друзья. Нормально. Ну чё, пойду покатаюсь на этом. На Кэмэле. Вот квесты выполнил. На верблюда. Какая реально, крыса? Кстати. Я не крыса. Ты сказал, что ты квесты выполнил. А, квесты. Я думал, крыса ты меня назвал. Я уже расстроился, нет, Андрей. Нет. Я думал, ты чушпанчик. Плачет маленький чушпан. Стой на уронил месте. В воду наган. Успокойся, чушпанок. Купишь более прикольненький. Куда ты там покатился? А где вообще эти? А где верблюды-то? А братва, где, братва, где верблюда? Какие гранаты вы кидаете? А кстати, ты их проезжал. А вы знаете, у меня так много хп, я вообще изи. Ой, там львы, где ты? Ой, там тигры. Там ой. Еще это, и верблюда, пирамиды. Ой, я верблюда, ой, там эти бегают, львы и тигры. Страшно, львы страшно. Львы в атаку. Так, Волкин и Кэмэл. Вы где, блин? Вот Кэмэл, мы у Кэмэла, да. Мы у верблюда. Блин, я всех позбивал. О, Кэмэл, что надо делать с Кэмэл? О, братва! Я Кэмэл оседлал его! Нифига ты телепортируешься. Я на Кэмэле! У-ху! Блин, он почти все здания выполнил. А как так? Е-хей, обезьяны! Нифига ты там катаешься. Погоди! Вот погоди! Мы сидели, мы писали, наши пальчики устали. Погоди. Мы опять гулять пойдем. Иди хоть как... Нет! Дай сюда, это мое! Это мое! Это мое! Ты не выполнишь квест! Зу-тур! Все, украл! Да, это походу поезд! Сикю, 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 обезьян, обезьян, Егор, обезьян, обезьян. Еще. Он почти все квесты выполнил. Да я и так сейчас все выполню, это не тот поезд, бро. Ты не угонь, это тот поезд. Нет, это не тот поезд, вон тот поезд. Поезд. Я уже поехал на том поезде. На каком? О, ты видел, тут еще ваши обезьяны, кореша. Это мои кенты. Тут два вольера с обезьянами.
Да блин, что ты фигня? Интересно, а где Егорыч бегает? А? Я а вон он катится! Здорово! Гранату! Ты что сделал с Кэмелом? А все. Ты что сделал с моим этим? Она ему. Ты что сделал? Ты что с ним сделал, бро? Арабская ночь. Слушай, Андрюх, ты правда думаешь, что я у тебя не заберу это? Нет, не заберу. Ты уверен в своих силах? Ну, сейчас я собью, сбиваю гранаты. То есть без прикола, да, бро. Я гранаты не нашел, блин. То есть без прикола, бро. А Егор, это меня сбил вместо его. Так, это не та граната, это, это смоуки. Это не та граната, ребята, ты чё меня... О, вышел, вышел. А ты не станешь. Давай домой. Стой. Так, ребята, поехали. Нам нужно калифан там. Я тебя не пущу. А, и капец лагает. Ё-моё, в этом дыму ничего не... Домой. Ё-моё. Он сейчас дорвётся. Нет, я улетел. А всё, это теперь не поедет штука. Отлично, братва. Супер сделано. Отличная работа, он взорвался, все. Все, да. Она вон вторая появилась. Он появился где-то в другом месте, по любасу. Да на, что поесть. Ты меня взрываешь? Мне еще мусор надо, вы что, не понимаете? Поесть. У меня еще 7 пакетов из 10. Вы что, дуралеи? И что, а нам-то что? Вы что, дуралеи? Реально, вы что, дуралеи? Я сейчас тогда на жирафе поеду, парни. Я вам на клянусь. Можно? Я вам клянусь, я сейчас возьму оседла жирафа. Жираф. Братва, ну вы изверки, реально. Идите раскумарьтесь. Идите раскумарьтесь, дымков. Куда несет дым? Ну они за мной, ребят, ну обезьяны. Ну посадите их в клетку кто-нибудь, ребята. Ну в комментариях напишите, чтобы они в клетку уже сели. Блин, ёкаламане, ёкарный баба, ёкаламане, ёкарный. Так, ладно, ребят, надо мусор собирать. Сколько мусора? Он позаспавнился. Ну не заспавнился. Его нету. Что такое? Его нету, паровозика. Отдай паровоз. Чух-чух! Отдай паровоз. Паровоз, не спешите, колеса! Там бабка, сейчас у нее инфаркт. Отвезите меня. Бабка! Я держись! Его держу. Ой, там что-то летают сзади эти. За вами, за вами. Это я. Опа! Там а летают. А там у тебя заглох. Андрюха, отцепайся! На! Ой, блин! Отцепись, я кому говорю. Переехал. Слоняры! Здорово! Вот и я, слоняры! Он все почти. Где последний мусорок? Нет. Надо собрать, друзья, последний мусор, и все, мы победим этих обезьян страшных. Закидай его говном. Так, здесь у нас арахнофобы. Здесь у нас... О, смотри, какая змея огромная. О, иди сюда. Смотри, какие тут пауки. О, реально. Паучок. Сюда. Сбежал. Дай паучок. Я его взял. Сбежал. Я взял паучка. Дальше? А дальше стой, я побежал от тебя. До свидания, на пока. Месте, стой. Мусорок. Нет! Я его заберу! Не заберешь! Это мой мусор! Отдай мусор! На тебе, блин, не успел! Убегай! Я у него посади мусор тащил! И уехал! Уехал с мусором! Отдай мусор! Это мой мусор! Он забрал мусор, ребята, и уехал! Вы прикиньте, какой чешпан! Он уехал, но обещал вернуться! Мусор! Отдай! Чё за командная работа, блин? Что за... работа, Егор. Что за мартышья ОПГ, блин? Смотри, он мусор не выкинет, и все на этом игра закончится. Давай, лови. А я его съел. Пока, бро, ты съел мусор? Я съел мусор. Он съел мусор, ребята. Он съел мусор. Ребята, он съел мусор. Эта обезьяна сожрала мусор. Давайте, пока, парни. Он не пройдет. Ну что, ребята? Победа! Смотрите зоопарка на победном. Ну что, друзья, теперь я обезьяна. Егорыч, а ты кто? Я пингвин, только я не знаю, какие они звуки издают. Пингвинчики не знаю, какие. Андрюха у нас, ребят, смотритель зоопарка. Смотрите, сколько у него заданий. Почистить улицы, доставить пакет какой-то, починить что-то, еще припарковать машины и покормить обезьян. Здорово, Андрюха. Здорово, вот мы амигос. Поменялись ролями, бро. Лежать. Бру. Лежать боятся. Смотри. Это ты зря. Как эпично, обезьяна Я оттуда туда, отсюда и обратно. Обезьяна эпично за рулем машины смотрится. Егорыч, а где пингвинчик? Я что-то не вижу. Где пингвинчик? Он отстанет меня, он не сбивает. А вы вообще где сами? А, вон. А ну, пингвинчик, покажи себя. Нафига он меня бросил? Пингвинчик, ты где, брат? Я тебя не вижу. Давай, лови его, лови его. Какашку на. Это чё? Я в него... О, Егорыч, пингвиниус! А ну как ты быстро бегаешь, Егор, покажи. Иди ты где, Егорка? Ты где, Егорка? Ты где? О, нифига плавает, брат! Брат, залепила, браток! Я сейчас сдохну, вы что делаете? Пощадить! Залепил меня! Нифига меня отбросило. Дуримар!
Как я тебя взял? Иди сюда, Иур. Отпусти меня. Чё ты меня кинул? Пошёл вон. Нафиг ты меня выкидываешь, а? А я таких тактик не умел делать. Он меня выкидывает, Бармалей. Я преисполнился в своем сознании, отстань. Да, преисполнился, а приумерел, не приумер. Я мусор у него сейчас украду. Кради, кради, ешь мусор, ешь, хавай, 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 хавай ему мусор. Все, выкинул. Хавай, хавай его. Я тебя выкинул из жизни. Я сейчас пойду чинить приколы. Голкипер, я здесь, смотри, у меня банка есть. Я улетел, я ушел. Банка кайфа. Опа. Опа, опа, опа. Банка, 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 банка. Граната нужна. Так, 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 идем, 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 нам нужна граната. Нам нужна грантесса. Где он, где он? Да он там, он ходит в начале видит. Зоопарка. Он в начале. Отстань. Куда поехал? Чао. Стоять. Брат. Пошел вон. Передавил обезьяну. Брат, да куда, брат, меня? Куда гонишь? Ты, блин, братом был. А так не делай, брат. Давай, Егорыч, за ним. Я еду. У меня есть граната, меня. Егорыч. Поехали. А что я только медленно? Обезьяна с гранатой. Я не знаю, куда он делся. А вон, вон, это ты, Егорыч. А куда он поехал? Я пошел квесты вижу. Выполнять. Какие еще квесты, ты, Бармалей? А квесты, вон он, квесты, он к обезьянам, к бананов пошел. Кормит, бананов кормит обезьянами. Ой, и обезьян да, бананами. Бананы ешьте. Ешь, пей банан, жуй, пей банан. Опа, как хорошо. Я делал. Хорошо, браток, хорошо. Вот это была брат, тема. Брат, поешь банан. Вот это была тема, бро. Вот так сюда. Завалось. Так. Оп, 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 оп. И туда его! О, блин, ты меня подорвал. Нормально, Егорка, под добивочную ему. Вот это тема конфетная. Обезьяны не хотят есть мои приколы. Да, вот потому что ты вонючий. Не трогай, правда. Не трогай наших обезьян. Да, тебе. Правильно, же. Правильно, туда его. Еще вот так ему. Уйди. На... Ой. Чё ты скажешь? Ой, больно. Ой. На. Вот так, добивай его, Егорыч! Добивай его, Егорка, добивай! Нет, спасусь! Ну да! А чем ты его дамажишь? Ты собой дамажишь? Клювом, клювом! Клювом? Клюй! Клюй, клюй! Клюй по нему, клюй! А все, он в машине не получается! Сбил меня! Меня тоже! А вы от меня хотите, обези? Так, а куда он делся? Надо было зацепиться, Егорыч! Гранату, гранату! Ты меня сбил, бро! Поехали, только без меня его не убивай, я с тобой хочу посмотреть на эту смерть нашего соукипера. Вы меня не убьете меня. Да мы уже, давай, поехал, Егорыч, я за тобой. И как зацепиться? Подожди, я хочу зацепиться, Егорыч, подожди. Давай, 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 давай. Сейчас, сейчас, бро. Подожди, ты где? Поехали. А как, подожди, стой, не могу зацепиться что-то. О, зацепился, поехали. Все, поехали. Давай, 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 погнали, бро. Поехали, поехали. Я спрятался хорошо. Где ты спрятался? Ищи его. Куда ты? Ой, проехал мимо. Пингвинчик, ищи, ищи, брат. А может он на колесе? Колесо обозрения, он там. Пойдем. Вижу, вижу, вижу. Пойдем добивать его, сейчас прыгать будет, наверное. Ты гранату кинул? Да. Хорош! Ну что ж, дорогие друзья, вот такой гарный ролик у нас получился. И мы с Парлем надеемся, что вам все понравилось, ребятки. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положение комментарии. Ну а сегодня веселее разыграли, конечно, как всегда. Оверфони Егорыч, всем большое спасибо, удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Всем бай, пацаны!